свои 14 лет Иван Алешинцев умеет не только программировать, но и моделировать. В эти годы многие его сверстники просто не знают таких слов. 14 лет – это еще и возраст, когда человек получает главный документ в своей жизни – паспорт гражданина страны, что для Ивана Алешинцева стало торжественным событием. Я считаю, это важный документ в моей жизни, так как это первый раз получение паспорта. Сначала человек получает 14 лет, потом 20, а потом 45. Для ребят в этот торжественный день выступили не только творческие коллективы, но и первые лица района и сотрудники полиции, которые рассказали, что получение паспорта – это новый этап в их жизни, этап взросления человека. Очень знаменательное событие в жизни любого человека. И существует такая старая добрая традиция, когда в этот день молодые люди, достигшие возраста 14 лет, получают главный свой документ в жизни – паспорт Российской Федерации, гражданина Российской Федерации. Сегодня в такой торжественной обстановке – при флагах, при зале, при родителях 22 молодых человека получат такие документы. Вручение паспорта – это большое и волнующее событие. Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослой и самостоятельной жизни. Юрий Воронин, Максим Колосов, новости провинции.